Всех приветствую, друзья! Небольшое дополнение к обзору на зимние шины. Предыдущий обзор был достаточно резонансный, много комментариев поступило и всяких отзывов, в том числе не очень положительных. Я проясняю ситуацию, с чем связан выбор данных шин. Потому что многие говорят, ты пропагандируешь оригинал, а сам ставишь Китай. Так вот, друзья, не путайте разные категории запасных частей, расходных материалов и элементов для эксплуатации автомобиля. Когда я обслуживаю клиентский автомобиль, я должен гарантировать качество. И, соответственно, в этом случае я не буду экономить на фильтрах и на их стоимости. Когда оригинал стоит, грубо говоря, 400 рублей, а не оригинал 200 рублей. Эта разница в 200 рублей, она незначительная. И я, конечно, выберу оригинал, поставлю и забуду, что я его поставил на долгое время. Я знаю, что все поставил, и нет вопросов. То есть чувствуете разницу в ценовых категориях на оригинал и не оригинал. Это 200-400 рублей, это ерунда. Тут даже не стоит вообще вести разговор о том, чтобы рассматривать не оригинал. Когда мы рассматриваем шины, то мы имеем разницу. Китай 25 тысяч рублей комплект. Брендовый Хакапелит, которую я рассматривал современную, она выходила в 50 тысяч рублей. Эта разница 25 тысяч рублей уже для меня маленько существенна. Особенно с учетом того, что есть каждодневные расходы. Поэтому здесь я выбираю уже по критерию цена-качество. То есть для стоимости в 25 тысяч рублей качество данных шин выше, чем достаточно. К ним вообще никаких вопросов по городскому режиму движения нет. Они отлично держат дорожное покрытие в городе на невысоких скоростях. Это примерно 60-70 км в час. Все нормально. По трассе, я сказал, за счет мягкости данных шин, за счет вот этого конструктива, когда ламели здесь полностью резанные все вот идут. То есть эта шина условно, если убрать отсюда шипы, выступала бы как липучка. Так вот, за счет вот этой повышенной мягкости машина имеет нестабильные характеристики курсовые на высокой скорости. Но я же, когда выбираю шины, свои условия эксплуатации знаю, то есть я знаю, что я по трассам особо не езжу, а если я и езжу, то я еду 80-90 км в час, что вполне меня устраивает. Если вы гонщики, то, конечно, другие шины вам надо подбирать. И об этом я и хотел сказать в своем видео, донести информацию для тех, кто будет выбирать себе шины на зимний сезон. Вот эти нюансы маленькие я и хотел донести, что для городской эксплуатации данные шины очень хороши, для трассовой эксплуатации не подходят по причине мягкости и нестабильных курсовых характеристик. Но это не говорит о том, что шина плохая, и она китайская, и что она говно. Нет, эта шина хорошая для своей ценовой категории. В 25 тысяч рублей за комплект это отличные шины. И самый большой плюс в том, что они будут у вас новые. Это шины будут 2017 года. Если рассматривать брендовые шины бэушные, по Авито, например, то из хороших вариантов очень сложно что-то подобрать. И очень много ко мне заезжает машин с брендовыми шинами. И я могу вам сказать, друзья, что даже новые брендовые шины уже начинают терять шипы. Вот несколько машин уже ко мне заезжало, например, с Хакапелитой. Уже шипы начали у них уходить, хотя шины новые. Здесь же я поставил вот эти данные китайские колеса. Все шипы пока на месте. И что самое хорошее в данных шинах, они не шумят очень сильно, то есть у них уровень шума очень маленький. Достигается это за счет того, что рисунок протектора асимметричный и ошиповка асимметричная. Если вы заметите, она асимметрией сделана. Это уменьшает резонансные шумы. Поэтому, когда я шины выбирал, я же подъехал к человеку, живьем их посмотрел. И с точки инженерной
данный конструктив мне понравился. То есть я понимаю, что если люди подошли с умом к проектированию шин, значит и шины должны быть качества хорошего, потому что плохие шины, их видно по их конструктиву, как они сделаны, какие у них ламельки, какая у них ошиповка, что торчат туда-сюда все эти шипы. Здесь вообще вопросов не возникло, все качественно сделано, все прям четко, красиво. Шина сама по себе, она красивая, хорошо сделана. Поэтому вопрос по шинам считаю закрытым. Выбирайте по кошельку. Будет у меня кошелек безграничный, возьму шины дороже. Пока такой возможности нету. Следующий момент, почему я взял шины китайского производства. Потому что на Рафе я уже несколько сезонов обкатал шины, которые называются Федерал Гималая. Они тоже у нас не самые популярные, не самые брендовые. Но цена вопроса на них была низкая. То есть, опять же, по сравнению с какими-то брендовыми, известными, раскрученными фирмами, эта цена где-то в 2,5-3 раза отличалась по стоимости в минус. И что самое интересное, сейчас у меня идет на них, я могу ошибиться, или третья, или четвертая зима. Все шипы на месте. Вообще ни одного шипа с колес не ушло. Хотя на этой машине я езжу достаточно активно. И данные шины Федерал, они жестче, чем китайский Сайлум. И в плане курсовой устойчивости они лучше себя ведут. Вот они вообще четко едут. К ним вообще вопросов нет, но за счет того, что ошиповка здесь у них не асимметричная, они шумные. Как бы они в меру, конечно, шумные, но по сравнению, например, с Сайлумом, шумность в 2 раза больше. То есть это уже существенно. Поэтому, несмотря на свою невысокую стоимость, бюджетные шины себя отличнейшим образом зарекомендовали. Поэтому Сайлум я, в принципе, вообще смело взял, даже не парился. Единственный момент, что слишком мягковатые они оказались и маленько некомфортно на высокой скорости ездить. Вот это я и вам и хочу донести. Поэтому, когда выбор встает, что брать, что покупать, какие деньги вкладывать, тут уже надо балансировать между ценой, качеством и возможностями. Потому что, когда 300 тысяч похоронишь вот здесь, чтобы вот этот съезд отсыпать с дороги, да, до своего гаража, вот такую площадку, чтобы отсыпать, порядка 300 тысяч рублей ушло. Это на глину, на щебенку, на шабуру дорожную и на работу техники. Вот порядка 300 тысяч рублей сюда улетело. И когда 300 тысяч рублей у вас улетает, только в то, чтобы подъезды организовать до гаража, тут уже подумаешь, какие шины брать, за 50 тысяч рублей или за 25. Поэтому в этом году, извините, друзья, но шины у нас за 25 тысяч рублей. Когда заработаем, накопим денежку, будут и за 50, всему свое время. Всем желаю удачи в новом году. Всех с наступающим. Привет из Уфы. До новых встреч, друзья. Всем счастливо.